И всем привет, дорогие ребята, с вами Гребёц. И Сансплей. И будем играть в дуэльку снова. Спасибо, что вы поддержали лайки. Вам видно, что вам понравился этот... Наверное, вам понравился... Я вижу, что вам понравился этот дуэль с Сансплеем, который у него бомбило жестко. Мне тоже лично тоже не понравилось. Давайте начнем даже как... Интересно, на каком игрушке будем играть, Сансик? Ребятки, в этом видео напишите ваши комментарии, каком мы будем дуэльку играть вместе с Сансом. Давайте. На какой будем? На тигре, конечно. На тигре? Я её думаю. Ну давай на тигре, что ли, давай. В следующий раз пусть мы... А давай на всех пистолетах? На всех? Ну, на всех можно, разрешаю, можно. Хотя, да, можно на дуэльку. Мне тут наушники мешают, я буду немного плохо играть, потому что мне наушники плохо мешают. Ну вот и... Так, вот это мне нравится. Мне нравится скином. Мне тоже нравится. Мне тоже со скином нравится. Вот, ладно, окей, твой первый скилл. Блин. Скилл? Да. Ну, а еще разминочка, то есть... Так это разминка. В смысле? Да у меня, лично у меня будет тоже бомбить. 80, окей, могу, то есть любое оружие уже можно взять. На. Yes, yes. Тигл самый топ, ребятки. Ой. У меня завис... Может, надо было это, беседую, снимать видео? Да не. Блин. 72. Ну откуда я такой скин, блин, у меня вообще в тиглах нет скина. Падла. Я тут нет. Ну хитро, что ребятки, вы видели? Он нагло сзади подходит. Если бы я вообще вернулся, мне бы полный пипец. А давай он будет без ножов бегать. Да, он без ножов, мы у него так и не бегаем. Мы так? Ты что такой? Блин, промахнулся. Снайпер, да? Да. Ты такой снайпер? Да. Иди, ой. Иди. Ага. Ёкаламэнэ! Да. Блин. И... так не честнешь меня! А, ты... Я думал, что ты снайперскую взял... Снайперскую винтовку это взял. Наглый. Я не в чуть-чуть был. Да. Тигл топ! Ребят, тигл топ. Главное спокойствие. Да. И не бомби, как в прошлом ролике. Прикинь, я сейчас, короче, двинулся очень это. Очень того этого. И в тебя попал того этого. Блин. 72. Я прям за дачей после тебя попал. Везение после. Ба! Блин. Вообще не попал. Я не попал? Я не попал? Я не попал. Чё? Я не попал? Чё за фигня? Я тебе же попал. Охренеть. Это бывает событий. Говнюк. Я в щите. А я в говнице. Ты где? В жопу в говнице. Да блин, ну ё-моё, чё за фигня? Чё за фигня? Я в пестиках, если что. Да чё за фигня? Я даже не могу... О, есть, наконец-то. 5-5. Я просто присел. Да, присяга. Просрать решил. Да? Присяга. Ага. Присяга. Вот так, 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 вот так. Ас, это ходьба, смысл противника, ходи, да, и на ночь, пацаны, слушай, они ходьба, басы, это там, напрягнулось. Ты где? Ты что там, обделался, что ли? Лично, да. Ясно. Опа. Ты что за фигня? Ты как Бэтмен. Ага. На! Ай, ты как это сделал?
Иди в жопу. О, в смысле, в смысле? Да. Опа, я в тебя попал, я в тебя попал, ты не умер, скотина. У меня 28 еще хп. Блин, тебе я зол. На. Я ни разу не попал в тебя. Саня лицом покинул что-то. Наверное, он срался. За смеху. Раз, это... Блин. Это Харбас! Это нечестно. Это нечестно. 9-6. Раз, это Харбас. И как ты там сказал? Сам лично не помню. Сам я лично... Все равно мы на диглах, да? Сколько у тебя хп остался? Я тебе фахачу дал. В смысле? Не так, что-то. Нисколько? 58. А? Ясно. У меня 0 хп. Ага. Какой-то? Саня, привет. Мы с ним видео снимаем. А я... На меня забыли взять. Ну, извините. И в чего с тобой будем дуэльчику сыграть? Да чё за фигня? Сколько? 72. Блин, ну чё за фигня? Блин, Саня, надо бы Блин, Саня, надо было создать отдельную группу, блин. Надо было создать отдельную группу. Да мы и так почему? Ах, ты ж гад такой. Ты видел, да, чё ты гад? Да! Значит, не хотите со мной играть, да? Ах вы! Да-да-да. Пожалуйста, мы, блин! Да. Да я блин. Не мешаю снимать видео. Гад! 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 Нет! Щит! Я не в пятку попал. Я не в пятку попал. Пацаны, кто считает то, что я игре читер? Я читер, да, спасибо, что я читер. Конечно. На. Да. Песенки слушаю. Да. Это нечестно, ты побил меня через это. Через стенку я, да, пробил. Да. Это нечестно. А чё честно? Все честно. С тобой играть хуже, чем в Геометри Дэнс. Так нечестно, слышь меня? Блин, да засада. Господи, стой. Все, играем дальше. Мне просто это, зарядка 10%. Нет! Да ёкалывны, 46 я нанес. Я тут ничего не вижу в этом телефоне. Вы на пистолетах? Да, на пестик, на теглах. Падла, иди сюда, на. Я тоже могу. Сколько у тебя, сколько у тебя хп вообще, я донес раньше 46. 50. В смысле 50? Я сейчас скажу, какой я скин на дигл купил. Зачем купил? Фу! Ну за один с чем-то, короче. Да как? Ах ты обманщик, хитрожопый, школьник. На! Ой, ты как? Ну ты, блин, сейчас побил меня через это. На, через стенку, слышишь меня? Говница, говница. Съешь говница, я тебе попал через стенку. 24, это, блин, что за говно? 24 на 7, тига, 24 на 8, говнецо. Я тигрорак. Ты чё читер такой? Тигран, да. Пацаны, знаете такого человека, тигрорак? Да блин. Тигрорак, ясно. Тигрорак, это я. Я два в одном. Да как так? Сас, запомни, не бомби. Ты в прошлом ролике, ты бомбил. А зрителям твой бомбяшка... Помнишь? Задолбал. Иди в жопу. Подошел сюда. Я только что этот скин подал, как у тебя. Ох ты, 9 хп остался. У него на дигле есть скин? Нет. У него там... У него... Знаешь, какой красивый скин? У него скин стандартный за 1 лям. Слышал о таком? Ой, ты как я тебя убил? Падал, у меня заглючило. А, ну, пацаны, я готов назад. Я еще такую... А я нет. Я еще такую песенку классную включу. Не надо!
подвид. Да блин, сколько у тебя? 76. Блин, сразу надо было задать за отдельную группу, блин. Ну реально, мешают, блин. Угу. Так заглуши его и все. Я, по-моему, видео я не могу. Больше сейчас, видишь. Не трогайте меня. Ну не, ну молчи, значит. Сейчас еще дуэль начали. Плохое время. Один хп, один хп. Няу! Ноу! Ах ты ж патла. Я так и лас... Почему ты вызываешь меня снять видео тогда, когда у меня много дел? Я тебе бошку попал. Да, я... Мне очень неудобно сейчас играть. Почему? Очень неудобно. Потому что... Мне неудобно, во-первых, очень неудобно. То я не играю, я хуже играю, когда я стою. Сколько у тебя хп? Один хп один оставил. Ну ладно, тебе повезло. Но все равно у меня победа в руках. Ну хотя бы поиграли, нормально. Да. Скотина такая. Я скотина. Я скотина. Я скотина. Я скотина. Я скотина. Да блин, да ёкало. Как ты? Ты как не похож? Я просто вообще не видел, куда стреляю. А это скотина, я скотина, скотина, я скотина. У тебя заглючило. Да ты глючишь, так нечестно. У меня глючит все, ты как ты меня тоже глючишь, если что. Так нечестно вообще тоже. Так ты сам глючишь, блин. А читики! У меня читики, кажется. Все, победа! Е-е-е-е-йоу-йоу! Меня возьмите! Нет! У меня 25 смертей. 25-21. Честно. Чё, Санс, как тебе этот раунд? Прикольный. Ага. Раньше ты сказал... Я не знаю, что ты там сказал, я не помню даже. Как тебе драка на спестиках? Прикольная, крутая. Ну что ж, ладно, ребят, если вам понравилось видео с Дуэль Сансом Плеем, ставьте лайки. Подписывайтесь на него. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Санс Плей, ссылочка в описании, не забываем. Я забыл. Чего еще? Ну, набираем, как обычно, 10 лайков. И ведь выходит новый ролик с дуэлью Санс Плей. Не забываем писать на комментарии, какие мы будем драться в дуэлях. Голосование. Я прочитаю ваши комментарии, а потом определимся, что будем играть. Голосование открыто. Да. Всем удачи, ребятки, всем пока. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всем удачи, всем в вашей семье, здоровья, не болейте вообще.